так, в принципе, на субботе где-то тренировка, как никогда понравилось. Нет, серьезно. Как никогда что? Тренировка, не игровая, все, вообще такая, все так, знаешь, такое настроение относится. Ты что, записываешь? Английская атмосфера была немножко где-то так. Ну и на поле, в принципе, никто не хотел уступать. Было много единоборств, может, не где-то комбинационной игры, может, не так много было. Но, наверное, матч был интересен и ярок именно заряженностью на борьбу. Тренерский штаб отдельное внимание Дарба, потому что сегодня, ну как бы, ну он был заметен на поле, он проделывал много работы, но так, чтобы такие опасные моменты были, не было такого. Ну да, мы делали работу даже лично по нем немножко. Ну, в принципе, наша защита справилась с задачей тренерского штаба, поэтому сработали хорошо и главное, что забили. Ожидали, что в три центральных сыграет Шахтер? Да, да, ожидали. Мы просто, тренерский штаб готовил нас к этому, мы просто не знали по персоналям, как именно, ну, кто именно будет играть этих защитников, потому что, ну, подбор футболистов хороший. Облегчением это не назовешь, надо еще проделать большую работу, еще несколько туров впереди, поэтому нам нужно думать сейчас о других играх. В втором тайме Андрей Николаевич что-то вот кричал ближе к концовке, да? Он просил, чтобы уже нацелены на ворота ты подавал, да? Да. То есть, чтобы я не разыгрывал мяч близко, чтобы я бил вперед. Ну, удовлетворение сегодняшним результатом, конечно, есть, но впереди еще много работы, много игр, непростых игр. Ну, за эту игру дают только 3 очка, как бы, как и за любую другую, поэтому мы не имеем права терять очки в следующих играх. Так, это не удар, это такая подача.
И бывает такой момент, когда скользкое поле и отскакивает, и для вратаря очень неудобный момент. И поэтому залетел, я даже сначала не поверил, честно говоря. Ну, в любом случае, по такой погоде подача в створ, когда там много людей, ну, если вратарь где-то там может проявить неуверенность, то вполне возможно, такой может залететь. Имеет право на жизнь. Ничего не закончено! Пока радуемся победе, а с завтрашнего дня уже отдохнем и потом уже в работу. Дальше сейчас поедем в Брест. Вот и все. Планы только такие. Пока ближайшая игра самая важная.